Национальный сельскохозяйственный кластер «Джизах Органик». Общий объем инвестиций в агропромышленный и животноводческий сектор Узбекистана составил 150 миллионов долларов. Выделено 16 тысяч гектаров земли в Джизахской области. В 2020 году возвращено в севооборот 9,5 тысяч гектаров. Закуплено на 9 миллионов долларов 167 единиц современной сельхозтехники КЛААС, Амазон, Джон Дир. В севообороте 5 культур для сбалансированного рациона животных. На полях выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу, пастбищные травы, люцерну для разнообразного и сбалансированного питания животных. Задача «Джизах Органик» – создать для молочной и мясной ферм современную кормовую базу, чтобы обеспечить животных правильным и здоровым питанием. «Джизах Органик» создают собственный семенной фонд, чтобы получить растения, адаптированные под местный климат и почву. Селекционеры выводят элитные семена для бесперебойной поставки кормов не только для скота на фермах «Джизах Органик», но и для местных животноводов и аграриев, чтобы обеспечить их качественным посадочным материалом. Четко организованная структура производства «Джизах Органик» позволит насытить рынок Узбекистана высококачественными и доступными мясомолочными продуктами. «Джизах Органик» стремительно двигается к поставленным целям. Земли, которые не возделывались 30 лет, возвращают в сельхозоборот. С начала 2019 года специалисты «Джизах Органик» отремонтировали водоканал ДМ-2 в Джизахской области, восстановили десятки километров оросительных систем для подачи воды. Следуя принципам почвозащитного ресурса сберегающего земледелия, агрономы «Джизах Органик» сосредоточились на повышении плодородия, защите грунта от эрозии, сохранении почвенной влаги и воды. Используются натуральные удобрения, современная техника от ведущих мировых производителей и инновационные системы капельного и дождевального орошения. Применяется система севооборота с чередованием на полях высадки разных сельскохозяйственных культур. В обработке земли используется современная интеллектуальная техника. Тракторы, агрегаты для обработки почвы и внесения удобрений, посевные комплексы и комбайны. В растениеводстве «Джизах Органик» применяет инновационные технологии. Точное земледелие, GPS-мониторинг, мобильное управление и анализ состояния полей, роботизацию и автоматизацию процессов, автополив с датчиками отслеживания уровня влажности почвы. Общий объем инвестиций в растениеводство и создание собственной кормовой базы «Джизах Органик» с начала 2019 года составил 10 миллионов долларов. «Джизах Органик». Мы инвестируем не в бизнес, мы инвестируем в здоровье нации независимого Узбекистана.